Однажды в автосалоне. Всем привет, с вами Ляля. Я сегодня пришла выбирать машину. Мне подсоветовали в этот автосалон. Здравствуйте. Добрый день, приветствуем вас в нашем автосалоне. Что бы вы хотели посмотреть? Ну, мне нужна машина для путешествий. Отлично, у нас как раз огромный выбор таких машин. Да, что-то я не наблюдаю. Вы можете посмотреть их вот в этом ряду. Ну, здесь нет нормальной машины. О боже, кто это? По-моему, я видела его в каких-то роликах на ютубе. Да, это хозяин этого автосалона, желейный медведь Валера. Так какая машина вам больше всего нравится? Ой, я даже не знаю. Может быть, вот этот грузовик? Что ж, отличный выбор, он достаточно вместительный. Расскажите мне о нем подробнее. Ой, простите, я вас свалила. Сейчас я вам помогу. Нужно сделать искусственное дыхание. Ну что же, я вам помогла, наверное, пойду. Хотя я же совсем забыла выбрать машину. Можно я попробую залезу на все? Вы простите, вы опять упали. Какая-то странная девушка постоянно падает. Мне кажется, ей не место в автосалоне. Так, грузовик не подходит. Трактор тоже ни о чем. Пойду я, наверное.